Муслим Магомаев познакомился со своей будущей женой в консерватории, где учился. Девушку звали Офелия Валиева. Именно Офелия познакомилась с Магомаевым. Офелия родилась 8 января 1940 года в семье азербайджанского ученого-химика Велиева. Мама Офелии — Зинаида Петровна Карташова. Муслим Магомаев, как и все юноши в 18 лет, был очень страстным. Познакомившись с Офелией, тут же решил жениться. Бабушка Муслима Байдигуль, видимо, что-то почувствовала, а может, вообще опасалась за внука. В 18 лет он уже пользовался головокружительным успехом у женщин. Еще в ранней юности Магомаев был необыкновенно красив, из-за чего девушки его просто обожали. Они бегали за ним и в школе, и в Бакинской консерватории, куда он поступил в 1959 году. Среди тамошних воздыхательниц Магомаева была первая красавица консерватории Офелия. Она и стала его первой женой. После регистрации, молодожены первым делом отправились к Муслиму, поставить в известность его родных. Молодых, на удивление, приняли хорошо. Накрыли стол, поздравили с важным событием. Хотя все равно было видно, что дядя и бабушка не одобряют его скоропалительные решения. «Я стал жить в семье Офелии». Ее отец, человек интеллигентный, ученый-химик, работал в Академии наук. Был он деликатный, скромный, а теща, теща есть теща. Все получалось по закону семейных качелей. Очень скоро начались выяснения отношений. «Мне надо было кормить нашу маленькую семью, пришлось срочно устраиваться на работу». Зинаида Петровна считала, что молодой муж обязан хвататься за любую работу, чтобы прокормить семью. Магомаев же еще учился и не хотел хвататься за любую работу. Он мечтал петь. Постоянные попреки: «Из тебя не выйдет хорошего мужа». Магомаеву пришлось искать работу пожирнее. Так он устроился в ансамбль песни и пляски Бакинского округа ПВУ. Зарплата там была хорошая, аж 200 рублей, но приходилось много гастролировать, что очень не нравилось молодой жене. А Муслим, как было обычным в его характере, быстро сошелся с новым коллективом, все больше погружаясь в его работу. С ансамблем мы ездили по разным городам, в том числе и по курортным. Везде был успех. Гастрольная круговерть отвлекала меня от домашних неурядиц. Из поездки возвращаться домой не хотелось, разыгрывать роль благопристойного семьянина не позволял характер. В ансамбле мне платили по тем временам прилично. Нравилось мне и носить военную форму, отдавать честь. Нам, штатским, в форме, льстило, что настоящие военные приветствуют нас, козыряя. В этом была игра, как бы костюмный спектакль. Пребывание в ансамбле закончилось, когда военком решил воспользоваться тем, что Магомаев еще не служил в армии, и перевести его на солдатский оклад в 3 рубля. Ситуация с армией решилась, но оставалась проблема с заработком. Благо, в это время в Баку приезжает группа журналистов из Грозного. Подавшись на уговоры моих новых друзей-журналистов из Грозного, я решил поехать поработать в местной филармонии. Офелия тоже поехала со мной. Дядя Джамал в это время уже получил назначение в Москву, постоянным представителем Азербайджана, и вскоре должен был уехать. Поначалу Магомаев работал только в филармонии, но денег катастрофически не хватало. Пришлось пересесть на автобус и начать гастролировать по всему Северному Кавказу. Денег это особо не прибавило, но резко сократило время пребывания в семье. Прошел едва ли год с момента женитьбы, но молодые уже разъехались, как считали, окончательно.
По крайней мере, Муслим не собирался возвращаться к сбежавшей жене, а та и не звала вернуться. Однако, когда стало известно, что Офелия беременна, молодые решили еще раз попробовать. Магомаев вернулся к жене. То, что имя для дочери выбирал Муслим, как позже он расскажет, Мариной звали его первую школьную любовь, которой он посвящал песни и стихи, говорит о том, что попытка была серьезная. Но все же не срослось. После отъезда Офелии из Грозного в Баку я решил, что наша совместная жизнь закончилась, но, узнав, что жена ждет ребенка, вернулся в ее дом. У нас родилась дочка, мы назвали ее Мариной, но наша семейная жизнь не получалась, впоследствии мы расстались. В 1963 году Офелия и Муслим развелись. Когда Марина подросла, отношения между родителями наладились, и она смогла узнать, что такое отцовская нежность. Марина через отца познакомилась и с будущим мужем, сыном старого бакинского товарища Магомаева Геннадия Козловского. Потом друг уехал в Америку с семьей. 29 октября 2008 года. В зале Азербайджанской государственной филармонии, в центре сцены, на постаменте, убранном белыми розами, установили закрытый гроб. Вдова Тамара Синявская с трудом сдерживает слезы. Ее успокаивает президент Азербайджана Ильхам Алиев. Рядом навзрыд плачет Марина. Офелия пережила Муслима на 13 лет. Ее не стало в мае 2021 года.